На рисунке представлен несколько самых нижних уровней энергии атома водорода. Может ли атом, находящийся в состоянии 1, поглотить фотон с энергией 3 и 4? Смотрим. Что такое вообще вопрос задачи стоит в чем? Это просто квантовая энергия системы уровней. Суть ее состоит в том, что если у нас есть два уровня, да, исходя из теории, да, то, соответственно, вот это наша шкала энергии будет, какая-то идет произвольная. То есть, если атом обладает вот такой энергией, то чтобы перенести ему на верхний уровень, да, ему необходимо поглотить энергию, равную вот этому интервалу, либо больше ее. В этом случае энергия атом будет переходить. Если энергии будет меньше, то он будет также оставаться на нижнем уровне. Отсюда и говорится о том, что у нас дискретная система уровней присутствует. Поэтому внимательно читаем на ответ. Да, при этом атом переходит в состояние Е2. Так, Е1 минус 13,6. Нет, в состояние Е2 он перейти не может. Да, при этом атом переходит в состояние Е3. Тоже не может приходить, потому что необходимо передать энергию, чтобы вот этот интервал преодолеть. А интервал будет составлять 13,6 минус 3,4 электрон вольт. Это будет равняться 10,2. В любом случае, надо пройти вот энергию такого уровня. Да, при этом атомизируется, распадается на протон и электрон. Нет, энергии протона достаточно для перехода атома на возбужденное состояние. Что ж, берем и отмечаем четвертый пункт.